два классиста покоряют вершины Финляндии. Смотрите, какое качество лыжни. Движемся в 300-метровый подъем. Виды на вершине обещают быть удивительными. Это вот местное горное озеро на высоте 300 метров. Двигаемся дальше. В домиках не будем останавливаться. Нас лыжня зовет. Погода сегодня просто космос. Все, погнали! Узкие это мы любим, умеем, практикуем. Playing by the same hand, how you'll find something new. I can't work it out what it's all about. I won't live my life through you. This ain't real, this ain't true, this ain't what I signed up to. This ain't right, it's no good, I'm no good. Oh, everything is changing, and I've been here for too long. Going through the same thing. Они финские пейзажи. Это стога сена. Вот в пунктах лежат заготовленные. Вот мы здесь едем. В Финляндии традиционно есть кафешки прямо на лыжне, чтобы зайти, погреться, передохнуть и дальше продолжать кататься. Но мы сегодня настроены на серьезное катание. Нет времени распыляться на еду. Нас лыжня зовет. Настоящие нордические лыжи. Слушайте, какой ветрюган поднялся. Утих немного. Вершину подняли. I know if I can find my own way back, there's a life I always knew but never had. I'm tired of fighting things.